Тверской области утверждены функции нового Министерства демографической и семейной политики. Чем займется ведомство и какие новые задачи перед ним поставил губернатор, выяснила наша съемочная группа. О том, что в Тверской области появится еще одно министерство, губернатор Игорь Удэни объявил 10 октября в рамках заседания Кабинета министров. Тогда он отметил, что ключевыми направлениями для нового ведомства станет укрепление института семьи, ценности материнства, отцовства и детства, а также повышение статуса многодетной семьи. Сейчас функции уже определены. Все, что касается функций по демографии, семейной политики, в том числе это создание инфраструктуры, выделение участков, это поддержка многодетных семей. Но сейчас у нас на повестке вопрос относительно детей-сирот. В компетенцию нового ведомства также будет включен и этот вопрос. Однако пока не определен подход по его решению. Игорь Удэни на встрече с журналистами отметил, что были рассмотрены несколько вариантов, в том числе и на опыте других конфессий. Там детей-сирот на воспитание забирают другие семьи, тогда как у нас практика иная. У нас есть социально-воспитательные центры, у нас есть центр защиты детей, комиссия по делам несовершеннолетних и много-много общественных институтов. Но при этом ребенок остается все равно в социальном учреждении. И вот тот опыт, который существует у наших коллег по концессиям, мы считаем, что надо на него обратить внимание, и если мы это сможем успешно реализовать, это будет существенный вклад именно в духовно-нравственное воспитание и нашего подрастающего поколения, и нашего населения. Ну, это, наверное, в корне позволит вообще перевернуть в сознание отношение к детям, к человеку, к семейным ценностям. Кроме обязанностей, касающихся детей-сирот, Министерство демографии и семейной политики возьмет на себя обязанности организации отдыха детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации закона Тверской области о предоставлении земельных участков многодетным семьям, организации работы по предоставлению социальных выплат при рождении или усыновлении детей молодым семьям, приобретающим жилье с использованием ипотечных жилищных кредитов и другое.